еще ответь, пожалуйста, я тебя прошу. Там тетенька с Жакони, с Черной речки. Скажи, что я буквально чуть позже буду. Скажи, что мы тут. Юля сейчас не может говорить, она перезвонит позже. Ой, я куда-то провалилась. Чуть-чуть. Сейчас. Спит. Так просто, знаешь, проваливаться нельзя, потому что можно как-то в сосуде так. Подожди. Не хочется рану больше распать. Да я верю. Вообще не хочется. Вот это экшен. Переходишь там этим? Под низу, дальше, ниже. Ага. Ого. Пойдет, туда пойдет. Я тоже подключу, если пойдет. Ну, так, а... Ну, очень пока. Ну, не идет. Я чувствую, нет. Уже идет. Да. Что за кольцо-то? И главное, в чем ты потом сидишь? Угу. Кольцо в таком же. А где такое же кольцо? На глубоко, наверное, учи. Хорошо. Подожди, давай. Давай резать. Что резать? Еще резать? А чего? Давай резать. А что, мы уже так не будем бросать. Ну, подожди, да. Подожди, давай тогда. Что? Режем вот сюда. Что этих делать? Нарвали мы еще. Да, да, да. Подожди, тогда дай, а то меня ни хера не видать. Сейчас по своим пальцам. Имеешь в виду вот сюда. Ну, а что делать? Да. Тут связки у Мишки всякие. Ушные. Ушами не будет махать, помнишь? Будем их потом пришивать обратно. Подожди, да прям. Сейчас все бросим и начнем. Одну. Ага. Пошло? Один. Секунду. Там не перерезать будет, Юль. Там этот самый. Чем еще перерезать? Одной. Еще одну. Ты понимаешь, что у нас этот каменный цветок